вылетаем в Иркутск ночным рейсом. Перелет 5,5 часов. И вот в 4 утра мы уже в Иркутске. Заселяемся в отель в старом деревянном здании. В отеле старые антикварные мебель, коллекции кукол. В центре города набережная Ангары, которая протянулась почти на километр. Собор Богоявления и памятник Якову Пахабову, землепроходцу и основателю города Иркутска. Триумфальная арка «Московские ворота», которая в 1928 году была снесена и вновь восстановлена в 2011 году. Очень интересный Иркутский музей декабристов. Он состоит из двух домов-усадеб – дом Волконских и дом Трубецких. В музее можно заказать экскурсию. А это скульптура «Бабр», несущий в зубах соболя, сошедший с герба города Иркутска. Встречает нас при входе в Иркутскую Слободу или 130-й квартал. Это пешеходная зона для туристов, где воссоздан старый квартал –